оці зміни в російському керівництві цієї спеціальної операції, вони з чим пов'язані? Тут зміни, а відразу потім полетіли ракети, знову ж таки ракетний обстріл торгового центру в Кременчуці. А я, ви знаєте, друзі, я ще пригадаю, коли був один з ефірів пару місяців тому, я не буду казати ім'я експерта, він сказав, що лавка запасних в Путіна, її майже немає. Міняти немає на кого. І ось ми бачимо три місяці. Вони змінюються. Що там таке? Вот смотрите, самым существенным здесь является появление на южном руководстве Южного фронта Суровикина. Суровикин – личность предельно жестокая, предельно с историей. Он в свое время командовал, собственно говоря, подразделением, которое раздавило в 91 году в августе защитников Белого дома троих. Вот. Он человек абсолютно нерефлексирующий, это садист. Вот, он и в Сирии отметился, и в Чечне. То есть он военный такой, да. Причем военный совсем, так скажем, не глупый, вот, в отличие от некоторых. Мне кажется, он такой более грамотный, что ли. И я связываю вот это обострение с предложениями руководства этих фронтов, ну и в частности Суровикина тоже, что, ну, раз у нас не получается военным путем быстро решить задачу, давайте продолжать кошмарить гражданское население. Я-то, кстати, глубоко убежден, что они прекрасно осознают и хотят последствий в виде обстрелов домов, торговых центров и так далее. Ну, хотя бы уже потому, что эти ракеты плохи для того, чтобы наносить удары точечные, да, по целям. Они прекрасно знают, что эти отклонения по 600 метров – это однозначный риск того, что пострадает мирный житель. Но это их не останавливает, понимаете? Поэтому даже если бы они хотели ударить по объектам военной инфраструктуры, они отдают себе отчет, что это, ну, как пальцем в небо, потому что оно может долететь, может не долететь, прилететь не туда, куда надо. Поэтому это сознательная тактика, а потом количественно. Понимаете, это же не удары там 1, 2, 3, а по 50 ракет. То есть нужно привести в анабиоз население, чтобы оно потребовало мирных переговоров. Вот этого они хотят. То есть это делается для закошмаривания, чтобы украинское общественное мнение сказало, ну мы не можем этого выдержать, вы не можете обеспечить ПВО, давайте договариваться с Москвой. Они на это делают ставку. Поэтому, конечно, с одной стороны, все будет зависеть от готовности украинцев воевать, а с другой стороны, от средств технических, военно-технических, которые может Запад предоставить от этих ракетных обстрелов. А в який момент вони, перепрошую, переб'ю, в який момент вони зрозуміють, що, ну, з українцями це не працює? Чим більше вони бомблять, ну, тим більше люті, хіба що? Ви знаєте, вони не стільки от ждуть того, що українці докажуть їм свою стійкість. Их действительно пугает, во-первых, ответные удары, это пугает точно. То есть, если представить себе, что будет разрушен Крымский мост, это же ведь проблема не в железках, проблема в символе. То есть, это мы связали Россию как бы землей, считай, да, но подвешенной, с полуостровом. То есть, мы как бы вот создали эту связь, и вдруг эта связь на глазах исчезает под ударами ракет. Вот это может произвести ужасающее впечатление, потому что, ну, как бы, а что, ради чего тогда, если все можно разрушить, и вы Киев не захватили, а украинская власть, украинское общество, украинский народ сопротивляется этому. Вот этого они точно боятся. Вот этого они боятся. И второе, собственно, вытекающее из этого производное, это средства, которыми это может быть достигнуто. Потому что если передавать серьезное вооружение, если Запад продолжит эту практику, то а что тогда? Вы стреляете 50 ракетами, по вам теми же 50, но более точно. Потому что западные ракеты-то лучше. Это очевидно, мы видим это по радиусу действия и по точности. А тогда вообще непонятно. Ну хорошо, вы обстреливаете население, но ведь эскалируя дальше, вы приведете к тому, что и украинская сторона начнет долбить и по мирным объектам. Ну, относительно, имеется в виду, знаете, пострадает, не пострадает, это уже второй будет вопрос. То есть эскалация, она же взаимная. Она не бывает так, что только все в одну сторону. Не сможет украинская власть долго оправдываться, говорить, что мы не бомбим никакие объекты в опасности того, что вдруг пострадают мирные люди. Это не бесконечно. Это надо понимать. Война, она есть тотальная, а ведется именно тотальная война. Всеми средствами, всеми видами вооружений, ну, кроме неконвенционально, да? Ну, так она же все равно с неизбежностью рано или поздно приведет к этому. Этого они опасаются, безусловно.
Ну, ми говорили і не раз з нашими військовими в наших ефірах, і от вони кажуть, що нам чужого не треба, нам тільки своє відібрати. Чому тоді Росія так боїться, що раптом українці підуть відбирати якісь російські землі? Ні, ну, в руководство Москва, Кремль, вони цього не бояться. Ні, вони точно знають, що цього не буде. По простой причине, ну да, там можно имперские эти выкрики, дадзебао выкрикивать, но они понимают, у них ядерное оружие и так далее, поэтому маловероятно представить себе захваченные там Ростов или Белгород или Москву. Не об этом речь. Они, знаете как, они боятся, что их обвинят в слабости, если такие удары продолжатся по Крымскому мосту, там, не знаю, по военным объектам внутри России. Если действительно ракеты полетят на 200-300 километров, ну это нормально, можно побомбить, понимаете, из Украины, военные части, самолеты, аэродромы, еще бог знает что. И тогда, ведь почему они скрывают, что это достигнуто, ну публично не объявляют, в результате обстрелов. Та же платформа в Черном море, та же крейсер Москва, потому что если вы не в состоянии защитить свои военные объекты, ну, вооружение, там, неважно, крейсер или это военная база, аэродром, все что угодно, то получается вы слабее, а им нельзя демонстрировать слабость. Поэтому отсюда идет этот тезис о том, что это покурили не там, боезапас детонировал. Очень невнятно. Они признаются, что это результат действий вооруженных сил Украины. Потому что тогда вы слабее, получается. Вы не можете защитить даже свой крейсер флагманский в Черном море. Вот этого они хотят избежать, таких обвинений. Это правда.